Привет, с вами Precious, и в этом видео я расскажу, где найти и как выполнить скрытое задание, где свирепые животные. От этого телепорта двигайтесь ниже и правее по карте. Там вы найдете Сантона, который и начнет это задание. Сам квест не будет отображаться в журнале, и ваша задача победить трех свирепых животных. Но если вы уже убили какого-то зверя, охотник сообщит об этом в диалоге. Ниже и правее этого телепорта вы найдете крокодила Раджу, если до этого, как и я, его не убили. Возле подземелья башни невежества, положив мясо птицы в коробку, вы призовете Ришбалант Раджа. Но если тигр не появится сразу, перемотайте игровое время на ночное. От подземелья шпиль одинокого просветления бегите вниз по карте за последним зверем. По дороге вы повстречаете человека, который даст подсказку о расположении яка, но вы можете с ним не разговаривать и просто пробежать мимо. Недалеко от этого моба в пещере вы найдете нашу последнюю цель. Победив трех свирепых зверей, возвращайтесь к охотнику и завершайте задание. За него вы получите 40 камней истока, мору и опыт героя. На этом у меня все. Спасибо за просмотр и хорошего настроения!